Сегодня мой видеообзор будет касаться обуви. Это в данном случае это кроссовки американского бренда Cupid. Про этот бренд я ранее уже делала видеообзоры. Это достаточно, скажем так, качественная обувь по демократичной цене. Она модная, стильная и, в принципе, соответствует всем заявленным характеристикам. Что касается конкретно этой модельки, это кроссовочки, несмотря на свой массивный вид, они очень-очень легкие. Настолько легкие, что просто я даже не ожидала. Скажем так, до 100 грамм весит один кроссовок. То есть это очень мало для такого типа кроссовок. Это плюс, я считаю. Второе. Ткань достаточно практичная. Ее, судя по всему, очень легко обтереть тряпочкой, и грязь и пыль легко удалить. Третье. Шнуровочка. Она фиксирует ногу именно так, как хочется обладателю этих кроссовок. В принципе, подогнать под объем их несложно. Ну и, в принципе, они подходят под любую абсолютно одежду. Они смотрятся классно как под платье, так и под брюки и джинсы. Что еще хочу сказать? Принт здесь леопард, как заявлено производителем. Он комбинированный, носочки здесь из искусственной замши. Они достаточно, скажем так, такие... Ну, скажем, к истиранию устойчивы, я так думаю, по крайней мере. Что еще могу сказать? Соответствуют они размеру. Это шестерка американская. Они соответствуют европейскому 37 размеру. На наш размер 36, на стопу 23,2 сантиметра. Вот они как раз вот идеально. Ну, что еще могу сказать? Могу сказать, что однозначно рекомендую, в принципе, этот бренд, несмотря на то, что, скажем так, некоторые модельки не совсем мне понравились у этого бренда, но что касается вот этих кроссовок, однозначно я бы их порекомендовала. В принципе, все, что хотела сказать, до встречи, пока.